милую учеба много всякого богатства. Есть манисты, ожерелья, черный соболь и лисицы, золото и серебро. О, больших его палатах казаки сидят за чарой, поминают Русь святую. Впереди сидит начальник и большой их воевода, первый в битвах и советах. Тот Ермак Тимофеич. Право грозный воевода Ермака подвижник смелый, атаман кольцо отважный, буйную голову повесил, слева весел и разгулил, полочарою глубокой, атаман красоситель. Возговорил Ермак Тимофеевич: «Ой, вы горьси, братцы, атаманы молодцы, ой, вы делайте лодочки коломенки, набивайте походчатые ловые, накладайте папайчики сосновые. Мы поедем, те братцы, с Божьей помощью. Мы пригрянем, те братцы, вверх по Иртышу реке. Перейдемте мы, братцы, горы крутые, доберемся до царства мы